Так выглядит Верхолка во Вроцлаве. Так интересненько. Такое старинное большое здание. Возьми. Многолюдно. Куча всяких вкусняшек. Грибочки, да. Тут белье. Очень красивый старинный такой столик. У нас плитка похожая была. Все такое необычное. Этот шкаф тоже красивый. Приблизительно вот так выглядит сам здание. Само здание. Очень много посуды, мебели. Очень красивые. Какая посуда интересная. Смотри. Угу. Прям целая картина. Угу. Так необычно. Посуда. Какой-то сервиз. Очень много посуды. Очень много милых животных. Тут прям щемота. Смотри, какая необычная бумажная. А это похоже на... Я ее даже домой не потянула, так кажется. Такая тяжелая? Она тоже большая. Но она, мне кажется, меньше, чем та. Максимально здоровое кресло. 950 злотых. Пойдем. Сзади женщина. Красивые горшочки. Тоже интересные. Камни. Минералы.
полицейский кислород. Соображение было неубогано и затримано. Часики. Ты знаешь, думаю, если я, ну, что-то историческое про Тор, либо про Артемис, я бы такое тоже. Да. Ну, если я что-то такое вижу, я тебе скажу. Нашли тарелочки интересные. Сейчас к ним подойдем. Ну вот, мыть придет. Ну, его бы таких несколько взять, пару. Подошли. Это какие-то немецкие типа. А вон под ней еще есть. Ну, по-моему, тоже. Подержишь? Какой корабль. Просто обалдеть. Сколько? 250 злотых. Прикольно. Такие кораблики я очень люблю. Ну, вот этот прям такой с историей. Очень много старинных игрушек. Прям разных-разных. Машинки. Ого, какая. Одежда. Здесь украшения. В общем, из всего вот этого вот я нашла камушки. Здесь есть маленькие. И есть вот такие вот. Из всех мне понравился. Так, пойдем дальше походим. Что тут есть? Кстати, тоже красивые подсвечники. Есть из камня. Комплект. Вот этот классный со звездочками. Вот тут, короче, много красивых подсвечников. Надо вот сюда подойти. Дальше. Еще камушки. Суток. Где-то я тут потерял. А, вон. Вон мой человечек. Красивая ваза. Очень популярная. Я смотрю, вот такие вот вазы. Ой, не вазы, а светильники. Очень много лампочек. Угу. Вообще, в принципе, он выглядит очень красиво. Все такое интересное. И все всем надо.
Угу. Очень много картин. Вон есть карта. Посуда. Какой шкаф красивый, необычный. Здесь уже мебель пошла. Не-а. Я очень рада, что мы сюда приехали. Мне очень все интересно. Странная сидушка. Опять вернулись к всякой мелочевочке. Господи. Я аккуратно. Сколько маленькие? 30%. Мы добрались на уже третий этаж. Сейчас будем ходить и смотреть, что тут есть интересного. Вообще выглядит он прикольненько. Правда, до сюда не все доходят. В общем, все, мы на улице. Вышли на улицу. Сейчас дня. Вся вот эта вот уличная торговля напоминает Ждановище наше. Также люди выкладываются на тряпочку. Много-много всякого разного продают. Кстати, мы вот ходили сейчас по вот этому вот зданию, вот там, вон по этажам. Там как раз-таки барахолка. И весь первый этаж составлен одеждой, обувью, ремонт велосипедов. И вот здесь вот железная дорога. Ну, в общем, все. Купили лампочку, купили еду и возвращаемся. Как интересно выглядит это здание. Я так поняла, что у тебя все похожие цвета. Это красивые лампочки. Вот, в общем-то, станция. Там это барахолка. Рынок, всякие домики вот такие вот. Все, конечно, очень прекрасно. Но уже выдохлись, надо идти покушать. Это просто заслуженный завтрак, ужин. Завтрак, обед. Завтрак, обед, ужин. Это заслуженный завтрак, обед. Это называется правильно, эта штука. Это креветочная. Нет, я знаю, как написано на ней. Одно место, которое буду рекомендовать, это вот это. Love, 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 I wanna be strong, strong, be doing wrong, 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 but I'll try and to